Полиция Австрии обнаружила на шоссе брошенный грузовик, в кузове которого находились тела 50 погибших мигрантов. Как сообщает австрийская газета «Крон», люди задохнулись из-за отсутствия вентиляции. Автомобиль с нелегалами, по предварительной версии, пересек границу Австрии со стороны Словакии. Водители сейчас разыскивают правоохранительные органы. А в соседней Венгрии зарегистрирован антирекорд. За сутки в эту страну прибыли 3240 беженцев. Почти на 1000 больше, чем 2 дня назад. Подавляющее большинство попало туда транзитом через Словакию. В основном это выходцы из Сирии, Афганистана и Пакистана.